всем привет, друзья. Вот вчера была зима, настоящий снег, снежок, слякоть. Сегодня я, как вы видите, выходной, и видео могу тут снимать что-нибудь про выходной. Сейчас поеду по делам. Сейчас поедем сначала в детскую поликлинику, ребенка на завтра запишем к врачу. Ну а потом по делам. Так что вот такие у нас дела. Вот. Так что как-то так. Сейчас такие только на камеру. Ну я вышел. Вы видели в отрывке. Вы меня смотрите. Проверка, наверное. Раз маску цепляет. Ну не знаю, короче. Что-то на меня стрёмно смотрит. Когда я иду с камерой. Хоть и с маленькой. А вот. Ну что, поедем дальше, сейчас потом домой. Хочу посмотреть, у меня что-то задние стекла, то ли там что-то сгорело, перегорело, не знаю, надо посмотреть, идет ли контакт вообще. Работает что-то, не работает, короче, обогрев заднего стекла. Вот, так что поедем, посмотрим. Вон мост через Волгу, а мы пойдем дальше пойдем, друзья. Надо забрать, жена косметикой все занимается, все, и мало. Эван, пойдем заберем Эвана. Пошел. Нары пошли на мост. Груженные. Так что такие вот дела. Кстати, у нас новый светофор повесили. Цифровые теперь. С циферками. Все дела. Все как хочешь. Ну, в общем, потом я покажу сейчас вам. Это сейчас заберу, потом покажу. Коробищу забираю. Кстати, надо в маску одеть.
Фу, господи, боже мой, блин, я в маске же. Ой, коробище. Не обращайте на мой беспорядок. Коробочка. Нам коробочка. Берлика. Ну, что-то мало заказов, что берлика. Эй, вон, больше. Все. Погнали домой. Не, может, за вкусность что-нибудь приехать. Ладно, сейчас пойдем посмотрим. Сейчас вкусненькое куплю. Все. Разборка Эйвона. Никак не получалось заснять про машину жены, но в рамки этого видео я вам расскажу, что как. В общем, как вы помните, в предыдущих сериях, жена попала у меня в ДТП, да, и вот эта вот дверь у нее была вмята. Ну, сейчас вы видите фотографию, и она вот как у нее получилась. Потом мы нужно было восстановить ее, как бы, да, дверь-то была заклинившая. В общем, ребята, один раз я ребятам знакомым там, вот они восстановили ее машинку вот так вот. То есть здесь получилось. И здесь они поменяли. Может, дверь были вообще никакой. Что они сделали? Они сделали здесь, поставили новые. С той стороны давайте пойдем посмотрим. Они поставили новые, говоря, подкрылок новый, пороги все новые, то есть подлатали пороги, они сейчас новые стоят. Здесь, наверное, видать, вот она, вот все новое стоит уже. То есть все сварили, все сделали. Дуются молодцы, ребята. Сделали хорошо. Ну, это как бы вкратце рассказывать. Сколько это обошлось со всем материалом, с работой? То есть обошлось где-то порядки 1020 оно точно обошлось тут все. Нам. Они вот здесь вот поменяли обшивку, тут снимали, все сделали, поменяли. Но это мы сейчас пока проветриваем. Пока проветривается у нее салон, потому что он был мокрый. Пока проветриваем. Так что как-то так. Делаю, в общем, неделю назад лампочку для автомобиля жены. Вроде бы все нормально, все хорошо, да? И она тут через несколько дней, на следующий день, она говорит, у меня все опять не горит. Да ебай нормально. Как ж так? Вроде бы Goodyear, все нормально, все хорошо, да? Думаю, ну, наверное, может там это, да нет. Вот проверил, сейчас это же горит, здесь все нормально. Это вставляю, нет, не горит. Ну, пипец. Лампочки делаю, да? Вообще кошмар, да? Теперь ее никак не сдать, блядь. И чека-то нету, и... Вот так вот делают нас.
Ну что сейчас думал, пойду сейчас куплю новую лампочку, да и все. Эх. Все, купил я. Вот она. Видать, видать. Сейчас пойдем ставить ее. Газ. Движение, движение. Движение, движение. Так не пойдет. Ну, пока он там будет разворачиваться. Вот так все. Сейчас поставим и все. И дело сделано. И дело сделано. Будет. Все плохая погода вообще ни туда, ни сюда. Так. А, сейчас отключусь. Будем ставить эту штуку. И все. Ну что, момент истины. Опа. Сейчас посмотрим. Все, горит. Сейчас поставим. Теперь надо ставить ее. Есть. Теперь мы аккуратненько. О, что-то сказал. Ставим. Ну сюда. Ну. Все. Шикарно сделал. Сейчас проверим. Да. Все. Горит. Горит. Шикарно. Как говорится, руки
вас дело мастера боится. Так. Ну вот эту старую новую упаковку мы сейчас утилизируем. Ну вот и все. Что я требовал заказать? Что так, что так на мусорке не увидишь для котов? Выкинул. Ну, как говорится, вот и все. Все сделано в лучших традициях русского народа. Сейчас руки только вытру. И все будет шикарно. Так что как-то. Ну, короче, не знаю, как меня видно, не видно. Вот. Зеркало, наверное, не бабахнется. Ну чё, на этом видео я могу заканчивать, в принципе. Сейчас скоро за ребенка пойдем, за младшим. Садик и все. И вот, считай, выходной практически закончился. Сейчас у нас время 14:36, так что есть возможность подремать. Часочек подремать. Вот. А так все замечательно. Все зажмись. Конечно, тут все пандемия, вот это все, честно, уже надоело так вот. Коронавирус. Все равно я из тех людей, которые вот скептически отношусь к этому коронавирусу. Важнее менять щетки. Скептически отношусь. Немножко не верю вот в это. Но это опять же мое личное мнение. Оно не может быть. Вот, так что приукрашивают, все приукрашивают, все страны почему-то приукрашивают, хотя, что здесь такого? Ну, и есть вирусы, есть, еще страшнее, конечно, чем это, потому что летальных сходов мало, даже если посмотреть, просто мало, вот, но не будем, как бы на этом, жизнь продолжается. Жизнь продолжается. В какую степень назад приведет, я даже вот не знаю. Поживем, увидим, как говорится. Поживем, увидим. Всем пока.